Краевой суд избрал меру пресечения для налетчиков на инкассаторов. Подозреваемых взяли под арест на 2 месяца. А накануне полицейские нашли последнюю оставшуюся долю от похищенных денег в подвале недостроя в Академгородке. Остальные 1,5 миллиона были обнаружены еще ранее. После задержания налетчики признались, что отдали их на хранение своему знакомому под видом свертка с документами. Всего в сумке инкассаторов было 2 300 000 рублей. Нападение произошло утром 30 мая возле отделения Сбербанка на Щорса. Налетчики ранили 2 инкассаторов и сумели сбежать с деньгами. Их задержали 8 июня. Похитителями оказались 3 красноярцев без криминального прошлого. Юрий Чанчиков, Михаил Рубцов и Алексей Стягин, которого следователи сейчас подозревают в организации преступления. Он сидел за рулем шестерки, на которой уехали налетчики. И Стягин – бизнесмен, владеет компанией «Ваш склад» и сдает в аренду боксы для хранения. Бизнес, судя по налоговой отчетности, последнее время работал в минус.